Енді келесі спикер. Человек, который имеет 20-летний опыт в индустрии MLM. В бывшем аппаратный работник. Выросший в семье военных врачей. Который стоит у истоков нашей компании. И сегодня его тема напрямую связана с его профессией экономиста. Ведь от умения заниматься прямыми продажами зависит благосостояние двух его сыновей. Его сегодняшняя тема – перспектива индустрии прямых продаж. Marian Health – миссия на всю жизнь. Итак, встречаем бурными аплодисментами изумрудного директора Marian Health Сулайманбеков Талгар. Талгара. Аплодисменты жиденькие. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, гости нашей презентации! Сегодня мне выпала такая огромная честь рассказать об основе, о фундаменте нашего бизнеса, об MLM-бизнесе, о важности понять, что это такое вообще в целом MLM-индустрия, и также разобраться в том, что именно что бизнес-система Marian Health – это гарантия финансового успеха всех наших партнеров. Еще раз хочу повториться в том, что именно Marian Health на сегодняшний день выработала справедливую систему перераспределения прибыли. Поэтому я здесь. Сегодня мы рассмотрим четыре аспекта, почему в Marian Health именно гарантирован финансовый успех для наших партнеров. И многоуровневый маркетинг как явление геометрической прогрессии. Мы рассмотрим сегодня о том, что в Marian Health применяются, внедрены самые современные передовые технологии. Также мы сегодня рассмотрим вопрос о том, что основа бизнеса в Marian Health – это не что иное, как качественное информационное сопровождение. Вот это и есть самая фундаментальная основа нашего бизнеса – качественное информационное сопровождение. И в заключение мы рассмотрим вопрос о том, чтобы вы смогли выработать, принять решение в сердце, посвятить всю свою жизнь миссии сотрудничества с Marian Health, но и также миссию на всю жизнь притворять в жизнь эту самую основу MLM-бизнеса – геометрическую прогрессию. Начнем с первого аспекта. Бизнес-система Marian Health – воплощение в жизнь явления геометрической прогрессии, которую Альберт Эйнштейн, всемирно известный ученый, назвал «восьмым чудом света». Когда я узнал эту информацию впервые, я принял решение в сердце, да, полностью решил посвятить всю свою жизнь изучению этого самого восьмого чуда света. Я принял решение посвятить свою жизнь именно воплощению в жизнь восьмого чуда света. Потому что я, когда начал изучать это высказывание Альберта Эйнштейна, я наткнулся еще на одну мысль. Он сказал такую вещь, что именно восьмое чудо света, вот именно геометрическая прогрессия, приводит к тому, что человек уже будет вынужден разобраться в теории сложного процента. А теория сложного процента, он ее так сказал, что
Человек, который поймет теорию сложного процента в экономике, в бизнесе, в торговле, да, она присутствует, эта теория, механизм сложного процента, он сказал, что кто это поймет, он будет богатым человеком. Кто это применит в своей жизни, он будет богатым человеком. А тот, кто его не поймет, будет игнорировать, всячески избегать, этот человек не будет успевать платить по счетам. Согласитесь, на сегодняшний день очень много приходится оплачивать счетов. Школа, оплата, за все платить, коммунальные услуги, штрафы, ПДД. Короче говоря, очень много счетов приходит, а заработная плата одна. Источник дохода один. Ни на что не хватает. И это явление повсеместное и повальное. Вот в 10-м поколении, если посчитать, да, геометрическую прогрессию, уже более 1000 человек. Многие в нашем бизнесе люди думают, что мы приглашали всех этих 1000 человек. Искренне, положая руку на сердце, я скажу, мы пригласили буквально 10 человек. И эти 10 человек пригласили эти тысячи и тысячи людей. Качественное информационное сопровождение нашего бизнеса. Это и есть основа, фундамент нашего бизнеса. Для этого, как Айдар Сергеевич сказал, нужно заниматься обработкой колоссального потока информации. Постоянно. Постоянно быть в курсе всех этих событий, что происходит в мире Marine Health. Быть в курсе событий, быть в курсе всех дел. Постоянно изучать информацию касательно бизнеса MLM, постоянно быть в ресурсном состоянии. Я хочу вот в доказательство своих слов еще о том, что именно многоуровневый сетевой маркетинг или же система MLM на сегодняшний день, она наиболее актуальная для того, чтобы привлечь ваше внимание. Хочу рассказать вам легенду о зернах на шахматной доске. Я думаю, наверняка многие знают эту легенду, но думаю, для новичков или кто еще не узнал, будет очень интересно. Вот как-то раз создатель шахмат, древнеиндийский мудрец Сиса Бен Дахир представил свое изобретение правителю Индии. Тому понравилась интеллектуальная игра, и он предложил мудрецу самому выбрать себе награду. И Сиса Бен Дахир предложил следующее. За первую клетку шахматной доски заплатить одно всего лишь зерно. За вторую клетку два, за третью клетку четыре. И так продолжая удваивать количество зерен с каждой клеткой. Правитель Индии, долго не думая, согласился, отдал приказ своему казначею выдать мудрецу необходимое количество зерен. Видимо, повелитель был не столь силен в математике, ведь через неделю казначей пришел к государю с неутешительными новостями и заявил, что расплатиться с мудрецом невозможно, ведь необходимое количество зерен превышает весь урожай пшеницы, собранный за всю историю человечества. 64 клетки на шахматной доске, 64 умножая, удваивать, если количество, получается 18 квинтиллионов, 446 квадриллионов, 744 триллиона, 73 миллиарда, 709 миллионов, 551 тысяча, 616 зерен. С общей массой 461 миллиард, 168 миллионов, 602 тысячи тонн. Геометрическая прогрессия, которую мы приняли решение в сердце, посвятить свою жизнь этому восьмому чуду света,
воплощать ее в реальности, в жизни. Легенда представляет, наверное, первый в истории пример того, как один человек заработал деньги при помощи шахмат, при помощи геометрической прогрессии, а другой научился внимательно изучать деловые соглашения. Как вам эта легенда? Можем ли мы применять эту легенду во время проведения презентации бизнеса? Как вы думаете, я доказал вам, что стоит посвятить свою жизнь воплощению этого восьмого чуда света? Вы приняли решение в сердце заниматься бизнесом Marine Health до победного конца, до вице-президента? Все? Давайте, положив руку на сердце, каждый скажите: я во что бы то ни стало достигну статуса вице-президент компании Marine Health. Современные IT-технологии бизнеса Marine Health. Все мы знаем, что наш бизнес – это на сотовом телефоне, да? Все мы знаем, что здесь сидящие знаем, что у нас буквально наш бизнес привязан к мобильному банкингу. Из любой точки мира мы можем вещать наш бизнес. Согласитесь, на 100% адаптирован для работы онлайн. Мы идем в ногу со временем. Мы, наш бизнес, напрямую отвечает всем принципам новой цифровой экономики. Согласитесь? Всемирный кризис. Вот смотрите, работа на удаленке с любой точки мира, да? Вот мы что ощутили вот за эти 4 года работы в компании Marine Health? Мы прошли через всемирный кризис. Экономический кризис, он еще и назревает и усиливается. Всемирная пандемия. Вчера вот объявили ВОЗ, что ее сняли, да, с повестки дня. Режим самоизоляции мы пережили. Природные катаклизмы, мобилизация, войны, революции и тому подобное. Marine Health ведь устойчиво выдержала вызовы и испытания, доказав всему миру о своей состоятельности и долгосрочности, в то время как другие компании, которые начинали вместе с нами, их нет уже, многих нет. Этим я хочу выработать у вас приверженность к нашей компании Marine Health. Приверженность к делу – это и есть главный секрет успеха. Marine Health сегодня вне конкуренции. Помните дикие времена MLM-индустрии, когда сетевые предприниматели, буквально сломя голову, торопились занять бизнес-места в новых MLM-компаниях? Помните, было такое время? Сейчас времена изменились. Современные времена MLM-индустрии показывают, что сетевые предприниматели присоединяются к устойчивым, динамично развивающимся международной компании Marine Health, целью которой является войти в топ лучших компаний мира, десятку лучших компаний мира. Вчера Арман Айдосович об этом сделал публичную декларацию. Поэтому не стоит на сегодняшний день терять фокус, рассматривать другие предложения. Просто нужно уверенно действовать. У нас в кыргызском языке есть пословица: дерево растет в одном месте, нельзя постоянно пересаживать его. Согласитесь? Так, и вот офлайн работа, массовые индивидуальные видеоконференции, активные аккаунты в соцсетях, прямые эфиры от партнеров, прямые трансляции на YouTube,
повсеместные масштабные региональные конференции с гала-ужинами даже, лидершипы, платинумшип, тимбилдинг, образовательные академии бизнеса, привлечением лучших бизнес-тренеров, заграничные туры в лучшие пятизвездочные отели мира, люксовый автопарк автобонусной программе партнеров, люксовые квартиры и коттеджи лидеров, система ежеквартальных саммитов директоров, совета директоров в разных точках мира, охват новых горизонтов мирового рынка. Это я перечисляю то, что для тех, кто, может быть, новички сидят в зале, не знают, что такое вообще бизнес в Marine Health. И четвертое, стратегия MLM как иерархия Золотой Орды. Я всегда своим партнерам рассказываю принцип построения нашего бизнеса, что это несложно. Люди приходят, думают, что у меня не получится собрать там 20-30 тысяч людей, подписать структуру. Я им говорю, что это намного все проще и элементарно. Бизнес-система Marine Health – это обеспечение качественного информационного обмена и информационного сопровождения, а также эффективное администрирование процесса командообразования, администрирование бизнеса своего. По прототипу военной иерархии Золотой Орды Чингисхана. Помните, у нас в среде сетевиков есть такая шутка, что первый в истории сетевик был Чингисхан, да? И вот как это выглядит, сейчас покажу. Масштабирование бизнеса через информационное просто управление. Спасибо, Айнура. Первое поколение, десятники, 10 человек лично приглашенных или, как у нас принято, личники, 10 личников. Далее идет второе поколение, сотники. 100 человек образовывают единомышленники ваших личников. Третье поколение уже тысячники. Тысячи человек – это единомышленники личников, ваших личников. Далее темники. Темники – это в смысле тьма тьмущая уже. Ваша команда – это тьма тьмущая. 10 тысяч человек. Как в Европе, в истории Европы, помните, было такое? Вассал моего вассала, не мой вассал, помните? Это я говорю в смысле того, что мы должны применять строгую вот иерархию, работать только со своей командой. Члены вашей команды, они работают каждый со своей командой. Каждый со своей командой. И вот эта вот информационная работа приведет к вас к тем самым огромным капиталом, который, о которых сейчас озвучил Айдар Сергазиевич. И самая главная тема моего выступления – это миссия на всю жизнь. Миссия компании, да? Создание мощной международной компании, которая предоставляет возможность каждому человеку укрепить здоровье и достичь финансового благополучия. Сегодня неоднократно это говорилось, миссия, а я хочу попросить хором давайте создание мощной международной компании, которая предоставляет возможность каждому человеку укрепить здоровье и достичь финансового благополучия. Благородная миссия. Стоит посвятить свою жизнь именно этой миссии. Маргулан Калиевич Сейсембай, амбассадор нашей компании, как-то сказал, что человек, если у него нет миссии, и он просто блуждает вот по жизни, да, это как корабль без порта назначения, да, он затонет.
Понимаете? Человек ничего не добьется в жизни, если нет конкретной миссии. Абсолютно ничего не добьется. Если человек пришел в нашу команду исключительно для лично корыстных целей, заработать какой-то бонус, заработать денег, чисто вот его побуждает этот бизнес только лишь деньги, я вам скажу, что это ждет фиаско. Миссия должна быть у человека на всю жизнь. Миссия – дарить людям счастье, дарить людям здоровье, дарить людям благополучие, помогать тысячам и тысячам людей стать разборчивыми в еде. Сейчас от еды очень много заболеваний, от напитков очень много заболеваний. Я люблю в народных вот таких много... Вот знаете, я люблю даже часто такие общепиты, где очень много людей питаются. Вот знаете, да, такие общественные места, столовые люблю. Я хожу, и от этого я заряжаюсь. Потому что я вижу, как много распивается продукции трансгенной мутации, сколько ГМО, сколько неправильно люди как питаются. От этого мне становится тяжело, и это побуждает меня, еще больше дает силы работать, еще больше выполнять свою миссию. Здоровый образ жизни. Я часто рекомендую людям смотреть о здоровом образе жизни. Элементарно, вот я вам порекомендую, да, элементарно, вот вдобавок слов наших ученых, которые говорили о здоровье, примите как привычку несколько раз в день приседать по 20-30 раз. Приседания просто делайте, чтобы сердечно-сосудистая система и чтобы лимфодренаж прогонять. У лимфодренажа нет мотора. Это надо физические упражнения. Тысячи и тысячи сейчас выпускников школ, вузов, ПТУ начинают искать высокооплачиваемую работу. Тысячи людей сейчас испытывают трудности именно в секторе традиционного бизнеса. И мы все должны им помогать. Вот мы, у нас такая вот миссия – помогать людям. Мы приняли решение в сердце именно быть полезными обществу, помогать людям, заботиться о людях, любить людей, мы, вот, любить, быть человеколюбие, чтобы у нас было. А сколько людей предали свои мечты? Сколько людей предали свои мечты? Мы должны помогать людям реанимировать их мечты, чтобы они обратно зажгли свою мечту. Ведь все великие люди – это мечтатели. Спасибо большое. Благодарю за внимание. Искренне поздравляю всех с праздником 4-летия компании Marine Health. Хочу пожелать нашей компании стать лучшей в мире и чтобы мы получили возможность помогать людям во всем мире, чтобы наша компания стала именно всемирного масштаба компанией. А капитализация Marine Health пусть исчисляется на фондовой бирже, квадриллионах, квинтиллионах. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья в двух мирах. Искренне ваш Талгар Сулайманбеков. Спасибо большое. Талгар Мырзага кошамет. Спасибо. Көп рахмет сізге. Спасибо. Кошамет көрсетейік спикерге.